Получается, что если мы знаем, что на человека в действительности влияют именно обстоятельства, то нет никакого другого способа поменять его поведение, кроме как создать обстоятельства, в которых они смогут поменяться. Но большинство людей внутренне понимают, что другим людям нужны обстоятельства, но делают совершенно не так, как надо. Например, вот родители. Они хотят от ребенка чего-то, какого-то действия. И встают над ним жандармом и говорят: надо сделать. Делай вот это, пока не сделаешь, никуда не пойдешь и так далее. Вот все родители, которые с детства силком заставляли ребенка убираться, и как только ребенок уехал из родительской квартиры, они приходят к нему туда, где он живет, и спрашивают: батюшки Светы, что же тут так грязно-то? Растил ребенка в чистоте. Ну, то есть, получается, что ты создавал для ребенка обстоятельства, чтобы он убирался, только в том случае, если на него кричат.